При производстве вареных колбасных изделий для детского и здорового питания производителям важно сохранить чистую этикетку и вкус, который понравится покупателям. Для решения этой задачи наши разработчики создали новую комплексную пищевую добавку «Варенка детская ДЛР», которая не содержит в своем составе фосфатов, глютамата и других компонентов с кодами Е. Разработана на основании технической документации для питания детей школьного и дошкольного возраста. В составе нашей добавки мускатный орех, мускатный цвет, кардамон и экстракт сухих сливок. Он получен на основании сливок собственного производства. Для их выпуска мы используем молоко высшего сорта с наших экоферм в Калужской области. Специальная технология сушки сохраняет насыщенный сливочный вкус в готовом продукте. В дозировке 10 грамм на 1 килограмм мясного сырья наша добавка придает вареным колбасам и сосискам натуральный нежный сливочный вкус, который особенно нравится детям. Тонкие ноты специй не перебивают, а подчеркивают его. Таким образом, комплексная пищевая добавка «Варенка детская ДЛР» позволит выпускать колбасные изделия с чистой этикеткой для детской аудитории и тех, кто придерживается здорового питания. Производитель получит экономический эффект за счет повышения потребительской привлекательности продукта, так как вареная колбаса имеет нежный сливочный вкус с нотами классических специй, а также чистую этикетку.